Запущу стримчик. Васек, слот займи. Я там сижу, просто в арсенале копаюсь. Мне кажется, мы сейчас спокойно обойдем и будем пробиваться к центру. Не будем выдумывать что-либо. К центральному входу будем атакой полностью. Комплектом идти и все. Правильно? Ну я сейчас сяду за беттер, постреляю. Можно прикрыться беттером, в принципе. Да беттер, не, ну, блин, а если они РПГ возьмут? Да вряд ли они рискнут. Если поливать хорошенько, они не рискнут опять стрелять. Ну ты тогда, Малер, пока не торопись подъезжать на беттере, скажем так. Мы займем позиции, да, чтобы, да, если да, мало ли, РПГшник вылезет, мы его снимем на крыше. А ограничение по прицелам там есть какой? Ничего нет, любые. ЕКП, да, по-моему, Кобра. Да. А глушители и прочее, прочее. Можно, нет? Все, что хочешь. ВОК-25, да, гранаты? Да, ВОК-25, ВОК-25П. П, она отличается тем, что она при касании с землей подпрыгивает, да, и взрывается. Да, лучше взять ТБ, а не термобарические для здания самолета будет. Что значит термобарические? А распыляет аэрозоль, который взрывается потом и гораздо больше площадь поражения. Объем. А я обычный. Объем. А света шамала, это какая? Пламя им? Мне надо в американский ящик. Есть здесь американский ящик? Ах, хрен. Вот, есть 12 светозвуковых гранат вот в этом сером ящике. Только без арсенала они так лежат. Не забудьте все перезарядить. Кремом, что ли? Да. Хардкор. Ну. Хорохорщик. Так, ну чё, Серёг, ты тогда здесь оставайся. Не заводи пока БТР, чтобы они не слышали. Мы займем позиции, и там уже это самое. Погнали. Я так понял, мы у... Где стартуем? Надо в пригороде этого, знаешь? Как бы... Поселок. Да-да. Да-да. Гоу.
Нас все трое. А, все, понятно. Так, здание вот здесь, вот у нас справа. Мы сейчас дальше пройдем. Сейчас перебежкой. Так чего я не понимаю? Давайте я поехал уже. Да, да подожди, мы займем позицию. Ты хочешь, чтобы тебя с РПГ сняли? Вот здесь вот надо тоже быстро перебежать. Раз, два, три. Прикольно, бетер такой, 3D кабинка. Эй, не надо во двор. Пошли. Ты дальше хочешь? А, там ну площадь да, перед этим домиком. Там, да, там площадь. Мы зайдем строго с запада. Все, вот отсюда уже видно здание. Начал движение. Попробую к памятнику перебежать. Маляр, мне надо, чтобы ты помаячил у них там у центрального входа. Вот и все, блядь. Охренеть. Ну что, Белыч, прикрыли? Прикрыли. Супер. Так, я у памятника. Сейчас бы я орал. Ну как ты прикрывал? Ну как ты прикрывал? Что там делать? Пока никого не вижу. Я обойду по левее туда. Давай. Сейчас поработаю ГПшками. Я тогда левее немного зайду. Красивый.
Он с крыши стрелял, что ли? Работаю, ГП. Захожу слева, помню. Втором этаже видел, пробегал куда-то к центру. Тоже ГПшка поработаю. Давай, у меня все. Захожу еще немного левее. Я подхожу прямо вообще слева. Я тоже. Я уже в 50 метрах. Четко под 90. Или ты справа, даже. Я справа захожу. От памятника, если смотрю. Давай, давай, это самое. Не стесняйся, работай. Я уже у баррикад, сейчас. Попал прям внутрь. Отлично. Так, ну у меня закончились. Я у правого выхода. Я? Я уже у стены. Здание. У стены близко. Прям рядом, возле шин. Понял. Непонятно, они горят или нет? Не вижу. Сейчас я вплотную буду подходить. Блин, брат, ты меня ранил. Блин, ты бы хоть сказал, что так совсем к входу, к этому. Сейчас, подходит. Все, пока не работай. Я же говорил, что ты по центру. Сейчас. Я подхожу, не ранил тоже тогда. Взрывной волной ты меня. Нормально, я жив. Так, вижу тебя, я тоже тут. Так, а где Васёк наш? Я у лестницы, вот, которая на второй этаж ведет. Ты же внутри, что ли? Не-не-не-не-не. Вот я. На углу здания. Слева. А, мы у главного входа, мы у главного входа. Я понял. Я просто думал, может на крышу забраться. Ты там на мины подорвешься. 100%. Так, я у главного входа. Так, а тут только через главный вход, что ли, войти можно или что? Да. Ну или через крышу. Блин. Гранаты кидают.
Я внутрь. Дым будем бросать? Видел движение, там каску. Он работает по кому-то. Может, все-таки забраться на второй этаж, нет? Гранаты у кого-нибудь еще остались? У меня только готовки остались. Надо вот смотрите, короче, с двух. Не, мне кажется, вот как мы сейчас действуем, все правильно мы делаем. Только мне нужна поддержка. Я вот по центру сейчас контролю, а надо еще, как бы, чтобы под углами вот вы были. Справа, слева. Вот так вот. Аккуратненько, не торопимся. Внутрь надо еще гранатку бы туда сейчас. Пошла граната. Еще граната. Дым пошел. Нам подарки. Кто-то есть там. Второй этаж не лезь, значит, да? Слушай, мне кажется, здесь надо проходить, блин. Сейчас надо врываться, короче говоря. У меня есть светошумовая. Да вот неплохо ее на второй закинуть. Откуда-то он слева, слева, по-моему, кидает. Да, я скину светошумовую, может быть. Только скажешь, когда кинешь, чтобы нас не ослепило. Да на. На первом этаже кинул. Сидит. Он меня прям спереди убил. Готов. Давай, брат, крою. Бля, я на бочку нарвался и огонь. Поджарился. Да пипец, блин. Откуда тут бочка-то? Так, первый этаж, по-моему, наш.
Так, надо мной здесь кто-то было. Надо на второй идти. Я посмотрю, может, у него гранаты есть. Дымовая есть еще. У меня еще ГПхи есть, можно ГПхами поработать туда. Мне опасно к лестнице подходить, потому ну он туда можешь закинуть гранату? Вот от, с моего места на второй этаж туда попробую. А, не, она не взрывается. Она взорвалась так, на первом этаже. Не-не, в инвентарь нельзя. Здесь. По правилам. В чужой инвентарь нельзя лазить? Да, короче, смотри, давай, брат, смотри. Предложение следующее. А, я попробую сейчас по лестнице пройти, но а, вот туда, куда ты кидал гранату, оттуда может перец вылезть. Мне нужно, чтобы ты прикрыл именно вот оттуда. Простой. Ну, давай. Занимай тогда позицию. Так, наблюдаю, пулемет торчит сверху. То ли это труп уже с пулемет торчит? Блять, убит. Справа он был. Я влево смотрел. Блин. А, я же тебе сказал. Да я вправо, он вправо лежал, один остался. Да. Прикинь. Да. Один, прикинь, мы всех вынесли, бля, он один да. оставался. Надо было просто гранатами закидать. Мне не было гранат уже. А я, видишь, я, блин, мне надо было вправо посмотреть, а я влево решил, думаю, сейчас где-то там, наверное, влево в коридоре. А кто остался, фобус, что ли?